Видос буду снимать. Про что? Russian Market Street. In station Moscow. Без голосов? Yes, of course. Understand? Что? Ну, English language, people. Не надо, не надо так делать. На кассе смотрите. Надо. Мне надо будет в пятницу зайти сюда. Когда? В пятницу. Да, что-то мои туфельки расклеиваются. Что? Как куда прикатим? Домой. Зачем? Есть. Арбуз? Да. Я не фанат арбузов. Так, мне нужно. Мне нужно. Я знаю, что мне нужно. Иди сюда. Я купил себе сгущенку, да. Надо какие-нибудь эти печеньки взять. Печеньки. Давай. Посмотри, здесь я вижу так, как-то ничего не хочу. Ну, посмотри, да, она была. Ну, какие на тебя смотрят? Вдруг, может, пельчик возьмут. Каких? Они огромные, какие-то маленькие. Не знаю. Ну, выбрала. Покажи. Они испробованы. Мятные. Отлично, кидай. Так, что мне еще нужно? А? Ну, пошли купим. Вот зря ты ходишь вперед меня, где надо ходить сзади меня. Так, где они? Вот наггетсы. Да, петушок. Вот этот вот золотой. Какой? Ну, вот этот золотой петушок. Тут мясо цыпленка? Ну, да. Ну, бери. Чуть-чуть, ты видишь, звездные наггетсы. Хотя, дай. А сколько они стоят? 112. 112 рублей, да, 250 грамм. Это нормальная цена? Килограмм получается 450 рублей. Ого. Ты прикинул, да? Ну это как вообще в среднем ценовом диапазоне?
мама, убить скуки здесь тоже есть. Какие? Мираторг, 146, они еще дороже стоят. Это котлеты. А, ну это 300 грамм, 450 рублей тоже стоят. Наггетс, вот он. Наггетс. Ну, на 3 умножай, 300, 400 рублей. Это наггетсы, 400 рублей. Вот эти с сыром, которые? Ну да. Не, куриные, с сыром, грибами, просто куриные, нет, котлеты. Ну, короче, пойдет что-нибудь. И вот эти лучше. Какие? Вот эти за 112. Которые петушок? Да, после них копчик будет петушок. О, которые? Вот эти? То есть наггетсы из мяса цыпленка, да? Mm-hmm. Как мясо по-английски? Мяд. Мяд. Мяд, да. Чикен. Традишн. Наггетс. My love. А, мои любимые, ну да, my lovers, наверное, да? Здесь картинка красивая, здесь. Ты поверни бок. Ну, просто маленькая, видишь, какая красивая. Ну, говоришь, вкусные? Пожарить на сковородке. С мяса цыпленка. Ну, короче, сколько они стоят? 112. А, на той было написано. Ну ладно, пойдет. Ну, где-то так, 112. Все, тебе нужно что-нибудь еще? Да. Больше ничего не нужно? Иди сзади меня. А там был рис, пакет? Не помню. Может быть, да, может быть, нет. У тебя вообще есть макароны? У меня ничего нету. Ну, давай купим упаковку риса этого блатного. Где он вообще обитает? Вот здесь? Что, заболела, что ли? Да что-то как-то не так. Где рис? Здесь же, да? Так, а нам нужен в пакетиках, да? Овсяный. Ну, видишь его? Я вижу гречку в пакетике, старорусская. Пшено. Пшено я не хочу. Гречка в пакетиках. Ну, вот рис в пакетиках. Вот это? Ну, нормальный ли рис? Где ты видишь елка? А, вот название у елка, точно. Есть круглое, есть длинное зерно. Но это походу круглозерное, да? Да. А где ты видишь, что круглозерный? На картинке? А, вот круглозерный, шлифованный. Цена 85 рублей. Способ приготовления. А что, длиннозерного нету, что ли? Ну, я пока положу сюда, может быть это. Нормально будет. Что? Есть такие, которые быстро варятся. Кто, что? Макарошки. То они все варятся минут 15. Нет, а есть, которые вообще 3 минуты. А зачем нам такие? Это на ком? Вот он стоит. Нет. Доширак. Не? Не подойдет? Нет. Все, короче, рис взяли, пошли. Что еще нужно? Может, ничего не нужно? Мне тоже ничего не нужно. А там, по-моему, был, да? Дома нет. Вот. А где они находятся? Опять я вперед тебя побежал. Да! Нельзя вперед меня бегать. Какой вот такой? Куриный. Это бульон на косточке с говядиной. А что, они даже не распакованные, что ли? Говядина, из говядины. И можно распаковывать? А ну, держи. Вот так, да. О. Так, будем варварским методом распаковывать. О, тут, оказывается, все легко и просто. Их там 8 кубиков. Ну, продаются же они по одной, да? По одной навряд ли. Ну вот по такой штуке. По такой, да. Вот она цена. А, 34 рубля, да? Это с говядиной, говяжьей, куриной. 35-50. Ну нормально. К нам сегодня куда пошла?
куда идти? Хотя... Ну ладно, пошли. А что ты хотел вообще? Я уже передумал. Подожди, нет, не передумал я. 10 минут, есть, пошли. Мне нужно, чтобы этот видос был ровно 10 минут. Не-не-не, все, идем. Только здесь злобные охранники, так что это... А, я же хотел это сделать. Обзор алкоголя. Алкоголя, алкоголя. Пили мы 5 озер на днях, когда провожали Алексея. Слушай, ну там цена была дешевле. Ну да, красиво, видишь, как получится. 5 озер? А мы пили вот такую 5 озер. Ну понятно. А, даже вот такую мы пили, по-моему, с красивой бутылкой. Особо. Да, ну видишь, это такая бутылочка овальная, нестандартная. Больше, чем. Это 0,7, видишь, 512 рублей стоит. А 0,5 стоит 365. Хаски. Хаски. Наггетсы. Рис. Галина Бланка. Пряники мятные, сгущенка. Итого чек получился 384 рубля 50 копеек. Наггетсы, крупа, бульон, пряники, молоко, пакет Майка.